Сколько обаяния! В Рязанском цирке зрителям впервые приходится так высоко поднимать голову, чтобы увидеть самого высокого артиста. Это 7-метровый жираф Багир. Ему 15 лет, 10 из которых он выступает на цирковом манеже. И это, говорят артисты, одно из первых представлений, в котором может поучаствовать и зритель, как ребенок, так и взрослый. Любой желающий может поцеловаться с жирафом, сделать модную прическу, а самые юные смогут покормить жирафа с рук. Представление запоминается надолго. Яркое, веселое представление, и клоуны очень веселые, смешно показывали свои номера, и жираф шикарный. Клоуны понравились, и жираф, соответственно. Почему жираф понравился? Потому что он классный. Как говорят артисты, это яркое, неповторимое зрелище, которое легко воспринимается зрителями. Это добрая программа, которая построена на чудесах цирка. Здесь зритель видит демонстрацию доброты, любви к животным. Это гуманная дрессура. У нас исключаются палки, всевозможные тычки. Это не нужно, мы считаем. То есть и дети воспринимают легко, ярко. Ну, конечно, посмотреть и на жирафа интересно, и поцелуй жирафа, и все остальное. Это чувствует зритель, что здесь нет насилия. На сегодняшний день это очень важно. И мы рады привести такую яркую, светлую и невиданную программу в город Рязань. Программа «Жираф-шоу» в большинстве своем состоит из номеров с животными. Тут и дрессированные козочки, которые поражают своей прытью, и удивительные верблюды, которые словно сошли со страниц арабских сказок. Своим мастерством поражали и артисты. Под купол взмывает гимнастка на ремнях, притом делает она это без страховки. Зрители сидят, затаив дыхание, потом на манеже появляются фокусники, которые показывают яркие трюки, а между номерами зрителей развлекает дуэт веселых клоунов. Поход в цирк – это всегда праздник для детей, в место, где доброта граничит с чудом. Яркие номера программы «Жираф-шоу» можно увидеть уже в эти выходные. Тем более, что впереди каникулы – время, когда детям так нужно прикоснуться к прекрасному. Олеся Котровская, Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».